Начнем сегодняшнюю нашу прогулку. У нас сейчас магазин. С похода в магазин. Ну, пойдем. Мы идем в магазин Микки. Мы хотим найти шарики Лол. Может быть, есть новая серия какая-то. Смотри, мам. Мишки такие, как были у нас куколки, да, в пироженках. Так теперь много мишек. Целая коллекция их здесь. А вот куколки эти, капкейки. Видишь, сколько много? Ой, кто это такой? Черепашка. Какая маленькая, с такими большими глазами. Она из мультика. А мне вот этот вот нравится. Это кабан. Кабан, да. Смотри, вылезает так. Опа! Класс. Мама, смотри, мы делали такие, помнишь? У нас есть большой набор, да, слайм. Лизуны делать это. Можно отдельно теперь, когда закончится этот порошок, купить отдельно в баночках разные цвета, какие ты хочешь, и их делать. Аппарат у нас для этого есть. Да. Девочка, смотри. А ты знаешь, что это делает? Да, это бэби-борн. Просто мини-бэби-борн. Да. Мне нравятся такие. Они еще идут в наборе с игрушечкой. И она ходит. Она умеет ходить. Да. Набор Еви с обезьянками. Это не Еви, это, по-моему, другая девочка. Еви, Ярослава, да. А вот две Еви. Две Еви на мотоцикле. В общем, ребята, кукол в этом магазине не оказалось. Все их разобрали. И завоза пока мест нет. Но ничего, мы пойдем еще в другой магазин и посмотрим, может быть, там есть куклы Лол. Да. А пока куда мы пойдем? В игровой центр! Правильно, и не в один. Мы идем и на батуты, и в детскую комнату, и в лабиринт. Везде пойдем, так как каникулы, поэтому мы отдыхаем. Пошли. Пойдем! Не успели зайти в развлекательный центр, потому что напротив есть еще один магазин «Антошка». Ярослава сразу забежала, чтобы посмотреть что-то интересное, возможно, найти кукол Лол. А это ты его включаешь, да. Что оно крутится и работает, да? Да, если вот так, то... Угу. А? Игровая площадка, там маленьких детей. Да, если есть дома ребенок маленький, можно купить вот такую вот игровую площадку, чтобы здесь оставлять малыша и не волноваться. Смотри, какой коврик здесь классный. Такую еще улитку я не видела. Не, мне больше нравится вот эта вот улиточка. Ярослава решила сесть поиграть в кукольном домике. Здесь вот есть и кухня с гостиной на первом этаже, видишь? Да. Второй этаж получается спальня. Только даже там две все... спальни. Только там все разложено. А вот же эта куколка, можно ней поиграться. Видишь? Капкейк. Без стопней. В общем, ребята, в этом магазине кукол Лол тоже не оказалось. Поэтому мы купили кое-что другое. Ярослава, покажи ребятам, что мы купили. Мы купили темнокожую куклу Барби, потому что такое у нас в кукольном домике еще нет. Я думаю, что наши все куклы очень удивятся, когда ты привезешь ее домой. Смотри, такая чумас. Да. Сюда вставляешь яйцо, крутишь, там есть такая крутиночка, крутишь эту крутиночку, а когда вылезает яйцо, оно уже разлупленное. Ну все, пойдем на кассу? Пошли. Побежали. Вот такую куклу мы сегодня с Ярославой себе приобрели. Просто захотелось разнообразия. А теперь уже точно развлекаться. Мы в лабиринт идем с тобой? Да.
Мы уже с Ярославой вошли и лезем наверх в лабиринт. Ух, какая ты быстрая! Куда ты меня привела? Все, на низ теперь? Да, на низ. Ну давай. А, с горки будем съезжать. Быстро ты слетела. Нет, так не подымешься, скользко сильно. Давай по лесенке. Зачем такую твердую поверхность сделали? Ну, так сделали. Шарики очень твердые, в них особо не попадаешь. А, пойдем. Побежали. Вот это лабиринт. Нет. Я уже запуталась в нем. Тоже запуталась? Да. Куда ты меня ведешь? Не скажу, это секрет. Ой, мы все выше и выше, и выше, и выше поднимаемся. Ого-го, на какие мы горки пришли. Ну, поехали. Ой! Еще раз будешь подниматься? Ну давай. Пошли! Давай я тебя тогда буду внизу ждать. Ты поднимайся, а я буду внизу. Не, не надо, Ярослав, будешь падать, скользко. Слышишь? Скользко, давай будешь подниматься, как положено. Побежали, побежали! Мама, паровоз побежал! Я видела! А теперь разминочка! Сначала побегали, а потом решили сделать разминку. А что, ты уже достаешь? А ну дай я посмотрю. О, уже почти. Давай, давай, тяни. Тяни носки, носочки тяни к голове. Молодец. А вот корзинка у меня кататься очень даже хорошо. Надо чего? Только тут просто пол не тот. Ну, конечно. Мне неудобно. А ну покажи. Только аккуратно. Что это такое происходит, не пойму. Ух ты! Еще раз покажи. Так. Сначала идет кувырок, потом переворот, сразу на шпагат. Круто! Еще раз покажи, мне понравилось. Опа! Класс, опять! Молодец! Куда еще пойдем? Здесь еще есть детская комната. Ты видела? Можно зайти посмотреть, что там.
Здесь можно на мячиках попрыгать, посидеть, посмотреть мультфильм. Еще что-то и поготовить. Другой раз мы очень заняты. Попрыгали. Аккуратно. Пойдем. А теперь мы пошли в другой развлекательный центр. Ой! Ярослава сразу пришла на заправку. Здравствуйте. А ты будешь кассиром? А мне заправляться нужно, да? Тогда мне сначала нужно выбрать себе транспорт. Так, что же выбрать? Что же выбрать? Так, так, так. Вот, нашла. Мне вот эта машина нравится. Опа, поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне, пожалуйста, 5 литров 95-го? Да, можно. Деньги не нужно платить? Вы бесплатно заправляете? Да, мы бесплатно. Ой, спасибо. Какая классная заправка. Все. Спасибо. Ни за что. Не пошла. А это батут, который светится, а внутри него вода. Нет, нет, он не порвется, не бойся, прыгай. Не бойся, он не лопнет. Ой, смотри, какая пена. О, класс. Ой, здесь есть все. И салон красоты, и заправка, и больница, и полиция, и магазин, и все, что хочешь есть. Это супермаркет. Бассейн с кубиками. Полиция. Опа! Ярослава в клетке. Все, девушка, вы задержаны. Пих-пах. Стоять на месте. Ребята набегались на площадках. Ярослава устала, проголодалась, поэтому мы пришли в Макдональдс, чтобы покушать и еще посмотреть игрушечки. Там для тебя сюрприз. Доставай.
у меня такой маленький гамбургер. А какой тебе нужно? Большой, что ли? Да. Доставай, что там есть? Картошка? Посыпается. Давай игрушки доставай. Показывай ребятам, что сейчас в Хэппи-Милле. Смотрите, у Ярослава в Хэппи-Милле сразу две игрушки. Я не знаю, что это такое. Сейчас мы откроем и покажем. В общем, ребята, сейчас в Хэппи-Милле, в Макдональдсе, вот такие игрушки. Смотрите, это брелочки, игры. Вот вся коллекция. И еще есть вот такой вкладыш, в котором написано имя этой игрушки. Первый у Ярославы попался ледяной король. Вот он. Смотрите. Вот отсюда стреляют шарик. Давай теперь следующую. Следующие игрушки тоже такой вкладыш. Но только другое имя должно быть. Так, кто это у нас такой? Джейк. Это магический пес. Смотрите, какой он. Классный. Давай я его открою. Давай. Аккуратно открывается. А что, смотри, он... Аккуратно. Вот. Вот так он открывается. Внутри этого песика есть еще карандаш. Развалилось. Да, сейчас я его соберу. В общем, внутри есть карандашик, а также вот такие вот штучки, крутилочки. Это, наверное, нужно собирать как пазл. Разные картинки здесь есть, видите? Ну что, игрушки мы вам показали. Так как кушать на видео сейчас нельзя, мы вам скажем пока и будем кушать. Да? Да? Всем пока, подписывайтесь на канал и пальчики вверх. Пока-пока. Пока-пока.